Попав в мастерскую этого художника, мы окунулись в настоящий мир живописи. История Георгия Лисица. Георгий Лисица родился в 1982 году в районе Теленештин. Поступил в художественный колледж имени Александра Пломодяла в Кишиневе. В 2007 году получил диплом Государственного педагогического университета имени Иона Крянга, факультета изобразительных искусств. В 2010 году стал полномочным членом Союза художников Молдовы. Чем его цвета, чем черкат среда, дико шейдей лекарям чепутся вина. Рефертор латем лекарь ли факш лекарь лукрез. Дар читини ди стил, ну, под соспунка им стил, и стил форму ди ареда лукрули ан пиктура, дика. Ю пиктура модерна, читини ди натура, ашау котендинца май реалиста. Талант от Бога, так называют его в народе. Он пишет картины в разном стиле. Его произведения можно увидеть на самых лучших выставках. Картины Георгия Лисицы выставлялись в Польше, Румынии и Швеции. Вам чепутся экспоним, экспозиции, смержим пестихотари, кодиферите экспозиции, инвитации, табер ди креати, шама ди парти. Его мастерская – самая главная галерея. Здесь наш герой проводит львиную долю своего времени. В маленькой квартирке нет свободного места. На каждой стене висят его работы. Это завораживающие пейзажи, загадочные портреты. В разговоре вспомнили мы и о самой первой работе Георгия, которая была выполнена им, когда он был еще студентом. Пиктура моей серёсы прима критка фуст прочесу де диплом ла факультате. Pentru mine a fost un început, un început în sensul bun al cuvântului, fiindcă s-a lucrat puțin altfel decât până atunci, adică tema romilor a fost ieșire în teren, plecat la ei acolo, am trăit prin preajma lor, adică s-a lucrat, s-a desenat, s-a pictat și toată asta cumva a schimbat atitudine față de lucruri pe viitor, adică din toată perioada asta de activitate care a durat atunci așa, un an de zile, adică tot procesul de licență a adus roade mai pe urmă. На данный момент Георгий Лисица работает над интересным заказом, который требует от него максимального внимания и невероятного количества времени. Нечто композиции, которые сунда спатели мел, есть у громада лукру, что-то нечто кума, ну вот кап, то отчество лукру, и норм. Сунд принцен на композиции лястя, кубаты лили историча. Мой урмяза фи пиктатинга доу теме, dintre care una este și 7 aprilie și dacă să fiu deschis, publicul e foarte complicat de făcut așa teme, fiindcă necesită mult timp. Nu, cum, nu pot să spun că este greu, ușor, adică în pictură este interesant oricum însuși procesul ăsta, dar îți ia mult timp însuși de a executa așa tip de compoziții. Asta e, trebuie răbdare și puterea de a rezista până la capăt. Георгий ищет вдохновение во всем. Есть, конечно, и любимые художники. Dacă să vorbim despre pictura, despre maestrii mari, păi sunt mulți, foarte mulți, care îmi plac și care învăț mult de la ei, chiar până acum, chiar după cum vedeți, încerc să compar lucrurile, adică în sensul să controlez careva momente prin prisma acestor lucrări, da? Adică unor detalii, unor... Și asta doar ajută, adică merge vorba despre același studiu care autocontrol, da? Ca să fii convins că lucrurile o să fie bine, o să meargă bine și pentru asta e necesar.
Și eu stă tot timpul la baza picturii, dar sunt mulți, dar o mare plăcere și dragoste acord tot timpul lui Рембрандт. Когда он пишет картины, он словно танцует, будто попадает в мир, который доступен только ему. В мир, где нет ничего другого, кроме его фантазии, мольберта, холста и палитры. Во время интервью мы заметили целую коробку аудиокассет. Оказалось, наш герой, когда пишет картины, слушает музыку и предпочтение отдает не дискам, а аудиокассетам. Да, есть и мульта. Ничего не дела, классика. Și da mai mult cântece de autor. Mai este poezie multă diferită, Ахматова, Ахмадулина, Пастернак, diferite. Da, asta e încă din perioada institutului și a intrat într-o deprindere și e mai comodă. Practic toate de vopsea de asta pui repede, adică у диску требуется фимай майтент. Ах, эти художники! Фантазия творческих людей, как уже не раз говорилось, не имеет границ.